И вновь птичий грипп. Теперь уже у диких птиц. На берегу озера Саумалколь в Айртауском районе обнаружены тушки 102 диких уток и двух чаек. Обследование пернатых подтвердило наличие птичьего гриппа. Случаев инфекции у домашних птиц сейчас нет, говорят ветеринары. Карантинные меры в поселке пока не введены. Крылатых обнаружили 6 июня, а 10 поступили результаты экспертизы из Нурсултана. В настоящее время вакцинация птицы проводится в поселках Саумалколь и Красногорск. Горка. На сегодняшний день в области вакцинировано 5711 птиц. До конца года планируется привить около 1,3 миллиона.